который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Так, что у нас тут? Так, ничего нету здесь. Дальше идем туда. Дальше. Дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьи рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной. Попа за стеной. Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли. Вот, сука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивай тут бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Хорошо. Проверим сейчас мешки. Что здесь у нас? Шер. Деревянный подсвечник, ножка сломана. Подсвечник. Деревянный подсвечник, ножка сломана. Понятно. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может быть. Может, эта картина по размеру подходит? Стена другого цвета. Да, я понял, будто понял. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Стена другого цвета. Да говорил ты уже. Еще недавно здесь что-то висело. Барон и его жена выглядят счастливыми. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Свежие цветы. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Так, тут у нас что? Там надо посмотреть.
красным горит. Так, здесь у нас что такое? Ага. Ясно. Так, интересно. Похоже, это деревяшка, ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Угу. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу еще следы. Драка была какая-то, что ли? Так, что теперь? Да это мы уже все видели. Стена здесь другого цвета. Все понятно. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Все, ты уже говорил. Подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Тусента. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Угу. Сейчас посмотрим, куда след ведет. Пройдемся. Что он нам покажет? Так. Тут все посмотрели. Блин, не все. Глубокие выщерблены. Должно быть, били чем-то тяжелым. Так, еще там вон шкаф. Барон и его жена выглядят счастливыми. Почему красным нам показывают? А здесь? А, кто-то закрыл дырку. Блин, тут мы уже смотрели, чё ты тут идешь опять сюда. Так, след идет в дверь. Вот оно. Интересно. Интересно, интересно. Черт, след обрывается. Можно поискать здесь что-нибудь еще. Интересно, так, что здесь? Еловая деревяшка. Талисман. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Понятно. Что дальше? Так, там посмотрели. Смотрим здесь. Сосуд для благовоний и старый ключ. Интересно, что за дверь он открывает. Анис, сандал и что-то еще. Шафран? Угу. Так, так. Письмо какое-то, да? Опа, блин, нафига? Это нужно было.
проверим. Так, 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 так. Тут уже, по-моему, все. Посмотрели мы. Нет, вон там что-то валяется. Здесь что-то есть. Сейчас, 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 сейчас. Здесь что-то. Ну и чё? Где-то здесь. Что именно, непонятно. Странно. Очень-очень странно. Ну, что тут? Книг, блин. Нужно, не нужно, непонятно. Так, тут ничего не нужно. Так, ладно. Вниз туда смотрим, вниз идет, ведет нас. Так, сюда. Здесь. Там нет, вот сюда. Так, это что такое здесь? Так. Дальше что тут у нас? Больше ничего нету. Свечки мы не будем тушить. Больше ничего не вижу. Вот это вот желтый, вот это что такое? Вот тут фигня желтая. Понятно. Ладно. Что дальше у нас? Тут было чуть-чуть. Теперь куда вниз? Пускай, урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди его. Давайте выпьем, а то темнеет. Так, так, вот это что такое? Ага.
пушка. Зачем она нужна? Так, тут просмотрели мы, сюда идем. Это вот что такое? Замок открыт. Так, смотрим дальше. Паста какая-то, да. Пойдет, пригодится. Так, а тут у нас ритуальная какая-то история. Алтарь? Выходит, вечный огонь добрался уже и до Велена. Хорошо. Так, здесь мы посмотрели. Что дальше? Интересно, интересно. Шкура, блин, не знаю, нафиг беру, я беру, зачем она? Не нужно. Куда дальше-то идти, непонятно. Наверх. Барону, наверное, надо подойти. Больше что-то ничего нету. Свистуна. Ну как, уже осмотрелся? Узнаешь этот медальон? Да, Анета носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей? Ворожей есть. Старый чудило. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? О чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не... Не знаю я ничего об этом. В
ту ночь я пьян был и ничего не помню. И я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь? Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну, может, и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вином везде несет. Надо сходить поболтать с этим ворожаем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца секирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне.